Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем пройти по названию Rusty Lake, и это у нас Дамилла, либо Мельница. Ну чё, поехали. Ого, у нас тут уже как состоит Rusty Lake, река Rusty Lake, да? Мельница, верхний этаж, комната, речка, нижняя часть вилла, колеса. Так, сразу... Ключ нужен. Заперто. Ага, церковь какая-то нарисована. Нужно быть ко всему внимательным. Блин. Дрова. Спички. Ключ. Нету ключа. Так, хорошо. Печи. Здесь можно будет кубы приготовить. Вот нифига. Так, с водой. Ключ. Я вижу ключик за паутиной. Еще колесо. И все. Дрова наверх закинуть. Поджечь спичками. Не то не работает. Это получается у меня уже в начале начинаются быть сложности, да? Опа. Закинули дрова. Поджигаем. Скипятить воду. Так, горячая вода. А, и удержать просто. Куб, мельница не крутится. Ключ у нас был только наверху, но я вверх не знаю, как достать. Нам нужно... Или я могу куда-то еще зайти? Нет, закрыто, закрыто у нас все. У нас есть три прохода, но у нас только эта часть мельницы. Остальная вся закрыта. Есть ключ, но как его достать нельзя. Поджечь паутину. Ключ. Заперто. А, чего это может быть? Подожди. Ага, стоять. Сейф. Нет. Не оно. Какая-то бабулька. Золотой зуб. Ага. Это порядок... Один, два... Подожди. Один, два, два, два. Один, два, два. Один, два, два. Один, два. Это типа ресет. Ладно, давайте с нижних начнем. Один, один. У меня много единиц. А если в обратную сторону? Десять. Пять, четыре.
можно использовать только два зуба. Все. Типа... 1-1. 2-2. Так. 4-6. Это 10. 4-1-5. 2. Подожди. 2 и 3 это 5. А это 3, 3. 3, 2, 5. Золотой зуб. Все. Тебя скипятить, бабуль. Я не шарю, что она говорит. Но я понял, что она там живет. Скорее всего, мне нужно переплавить зуб. Нет. Точно что с зубом. Что-то связано с зубом. В коробку нет. Хер его поймешь, да? Я не понимаю. Чё-то я туплю. Я не врубаюсь, что мне с зубом делать. Хотя, подождите, подождите. Ну что с этим, по-любому? Как вариант, я еще не пробовал зуб положить в дрова. Я ложил в нижнюю часть, да, но я не ложил в дрова. Ага. Ага. Жидкое золото у нас есть с вами. Теперь, скорее всего, его нужно вылить в формочку. И мы получаем ключик. Готово. Так, это мне со стороны... Да, нужно смотреть. Оп. Ладно, и так можно залезть. Попугай. Bird shit. Птичье дерьмо. Ага. Церковь как раз, которая нам нужна. Но я не понимаю, с чего нам нужно на нее посмотреть. Что тут еще есть? Часы. И та стрелочка крутится. Телевизор есть. О, вот это мы играли, это Season. Привет. This is Detective Dale Vandermeer. Здравствуйте, это детектив Дейл Вандермир. Yes. Да. Is this Rusty Lake? Это Rusty Lake? Save the world. Save the world. Это данный world. А, подожди. Fate. Fight. I am sorry. А, я извиняюсь. Already speaking. А вы, пожалуйста, already готовьтесь говорить. О-о-о-о! Чё-то я знаю, что сейчас может быть. Thank you.
Окей. Так. Китайский нидл с палочки. Труба. Корова. Соски. Мельница. Еще какой-то пароль. Дорогой мистер Кроу. The Still Wonderful Dead Lake. Мы приглашаем вас в Still Wonder Lake, в какие-то земли лейка, озеро. So the stop sign, and you can defy two cubes. Вам нужно приготовить какие-то кубы. I will give you stone. Я вам дам что-то. You can build with the cuben. You censor Mr. Oval. Мистер Сова. Хорошо, у нас есть два знака. Пока что не шаг. Может тебе попидать? Полил. Удобрить. Резать. Что здесь у нас? Тогда что? Кроун. Помните, The Lake, река, fresh, свежее воспоминание. I will send you body of the woman. Так, I will, я что-то тебе, бэби малыша, с молодой женщиной в следующем месяце. Используя это визуально. Painful memories, воспоминания, you care cancer of the baby, этого ребенка. Короче, какие-то нужно воспоминания воссоздать или сделать. Где та девка, которая лезла из телека? Вопрос. Давайте я покормлю, короче, коровку. Так, покормили мы коровку. Так, поставь. Теперь значки. Последнее. Короче, последнее. Первое, последнее. Короче, прицел, квадрат, треугольничек, квадрат, бабочка. Прицел, квадрат, треугольник. Квадрат, бабочка. Прицел, квадрат. Треугольничек, квадрат, бабочка. Уже поздно, анимация поздно. Я уже сделал молоко. Так, хорошо. Бабка хотела кипяченого молока, да, как я понял? Так, кипяченое молоко. Бабусик. Держи кипяченое молочко. Нет. А, тебе эти нужны? Итак, ей осталось что-то дать, чтобы она могла вязать. Поняла? Молодец. Так, что-то было здесь, в церкви связано. Подзорная труба. $13.84.
13:84. 13:84. Готово. Ага. Шесть, десять. Почему я вышел? Мне нужно, чтобы она все это сожрала, да? Так, закрываем. Рыбка. Я не могу врубиться. Подожди, может мне это обрезать надо? Пускай она доплывет, может она должна доплыть и сожрать это. Либо она просто здесь так. А не, она рот открыла. Ага. Хорошо. Так, она может это съесть. Так, ну это будет она долго подниматься. Может это максимальный уровень типа воды? Сейчас проверим. Значит, сейчас она сожрет последнюю листик. Может быть, мы сможем ее забрать. Жирная утка. Здесь у нас нужен, короче, куб. Опа. 6:10. Ну я видел 6:10. А, время 6:10, я понял. Все. А, бабуль, на тебе утку твою. Нет? Мне утку зажарить? Слишком горячая. Так, теперь мне нужно 2 куба. О. И что он мне дал? 2 куба? Типа мне ее теперь нужно опустить в воспоминательную машину.
Типа так работает. А, так даже можно не было не удерживать, оно само едет. Или мне нужно было... Блин, а вдруг мне нужно колесо с водой запустить? Пожалуйста, конь... Оф, оно осталось, ладно. Так, колесо не запускается. Я не врубаюсь тут тоже. Давайте тогда наверх. Сейчас я сяду поудобнее, блядь. Ой. Так, у нас курочка... А, в духовочке. Курочка в духовочке. Что мне с курочкой делать, как мне ее достать? А, подожди, могу ли я твои волосы взять? Нет. Бабуль, мне нужны твои волосы. О! Волосы. Волосы есть теперь у нас. Теперь мы можем сделать нитки. И с помощью ниток она, скорее всего, сделает нам перчатку, чтобы мы достали курицу. Курицу мы используем для того, чтобы она ее съела. Так, клубок ниток. Все. Больше в этой комнате у нас... Теперь пошел дождик. Так, бабуль, тебе нитки? Свари молоко. Держи молочко. Все, ништяк. Херячь мне перчатки. Так, готово. Достаем курочку. Ништяк. А, давайте сейчас спустимся в подвал. И запустим устройство. А, сюда нужно куб воспоминаний. Хорошо. К тебе. Да, вот курочка, бери. А, подожди, это шутка. Это сеть. Так, рыба, подожди, мне рыбу типа споймать надо. Теперь мне нужно пожарить рыбу ей. Готово. Рыбка. Да, готовая рыба. Готовь. А, прочная веревка. Нахер мне веревка? Нахер мне веревка? Телек, скорее всего, больше не работает, да? Окей. Я не шарю, не шарю, не шарю, подождите.
Здесь наверху ничего нету. Этот телевизор больше не работает. Телефон больше не звонит. Здесь пусто. В корове и там тоже ничего нету. Стронг, нитки. Для чего мне нитки? Для чего могут пригодиться нитки? Может, мне нужны нитки для того, чтобы засунуть их в машину? Типа мы мозг сканируем. О. Подожди. Допустим. Ой. Так. Так. Ну чё это какой тупой? Подожди. О, так это вообще тяжко. Приветосы, поводосы. Да ёлки-палки. Я не помню. О, фу. Белый куб. Не шарю, не шарю. А, какие-то цифры нужно ввести. А, вот куб первый есть. Трехзначный код. Подождите, какой... Какие у нас коды вообще были? И где? У нас только один код был, это связанный с... Наверху. Куб on the vampire run, the have you take it dropped, if it's the coops. I have you right, and the keeps. Fresh and good, young woman, let of the mouse. Mitchell with the cable. Блин, а вы не помните, как цифры где-то были? Что я не могу вспомнить цифры. А, подождите, 6-10. Нет, подожди, подожди, сюда. Мы же сюда кубик можем положить свой. Двести пятьдесят семь. 257.
Само картинки запоминать. Ну это в Seasons, убийство, которое произошло. И что дальше? Мне нужно сюда использовать куб. Походу, да. Надеюсь, бабулька там цела. Бабулька ни хера не цела. Коровка тоже. Зато ее подоить еще можно. Ха, я был от нажатия коровы. У коровы глаза открылись. Ой. Пожалуйста, Лив, убирайся. Телек не работает, ничего не работает. Your memory is bad. To take it. Сказать честно, довольно странно. Ну блин, ну прикольно. А, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. А, другие части Rusty Lake, ну не Rusty Lake, а Coop Escape, будет специальный плейлист для коротких Coop Escape, да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!